На стыке Европы и Азии располагается озеро. Втекает в него 130 рек, но ни одна не вытекает. Оно протягивается более чем на 1000 километров с севера на юг и от 200 до более чем 400 километров с запада на восток. Это самое крупное озеро на планете. Из-за огромных размеров зовут его морем. Морем зовут также из-за того, что ложе его океанического типа. Оно ведет свою геологическую историю от древнего океана Тетис. Несколько миллионов лет назад обособилось оно от океана, но до сих пор имеет солоноватую воду. Это море Каспийское или Каспий. Удивительной особенностью этого моря является неустойчивость уровня. На восточном его побережье остались террасы и меловые горы, своеобразные записи былых его берегов. Перепады уровня моря составляли только за последние 10 тысяч лет 200 метров, от 150 метров ниже и до 50 метров выше уровня Мирового океана. Жизнь главного героя наших фильмов, Каспийского тюленя, имеет большую зависимость от феноменальных свойств Каспия. До сих пор остается неясным происхождение Каспийского тюленя. Или он является потомком тех тюленей, которые обитали в период существования большого, так называемого Понтийского моря, имевшего временами связь с океаном. А после деления этого моря и образования Каспия тюлень остался жить изолированно. И по этой гипотезе эволюция морского зверя может исчисляться от 6 до 20 миллионов лет. По другой версии, тюлени появились в Каспийском море значительно позже, в период очередных трансгрессий, то есть поднятий уровня моря, и по речным системам проникли с Северного Ледовитого океана. Тогда его эволюция в Каспий значительно меньше, от нескольких сотен тысяч до 2 миллионов лет. Но каким бы ни было происхождение, он хорошо приспособился к изменениям уровня моря, к его малой и большой площади и дожил до нашего времени. Вид в Каспийском море приобрел своеобразные, свойственные только ему признаки и стал эндемиком – каспийским тюленем. Одним из удивительных его приспособлений было размножение на льдах северного участка Каспийского моря. Здесь с конца января по середину февраля происходит щенка самок. Тюлень – единственное морское млекопитающее в Каспийском море и, являясь потребителем богатых рыбных запасов, не испытывал конкуренцию. Вид процветал. Процветал до момента, пока не стал привлекательным коммерческим объектом. Промысел проходил в местах массовых концентраций тюленя во время размножения, линьки и миграции. Сокращение численности зверя приводило к тому, что бой тюленя все более смещался на ледовый период. Кроме того, что мех новорожденных щенят, бельков, высоко ценился. И вот под влиянием неумеренной добычи в течение всего около последних 1,5-2 столетий вид стал исчезающим. Теперь на ледяных просторах трудно найти залежки тюленя. Скрипит и искрится снег. Торосы не прячут щенков. Ледяное стылое безмолвие вселяет тревогу, усиленное оптическим явлением галлу.
А тревожиться есть за что. На шельфе северной части Каспия обнаружены и разрабатываются крупнейшие месторождения нефти и газа. Это предполагает строительство множества искусственных островов, для чего круглогодично открыто к ним судоходство. И разрушается под ледоколами основа для размножения – лед. И катастрофа приходит к расположенным на их пути лежбищам. И не спасает действующий закон, предписывающий обходить скопление тюленей на льду на расстоянии одной мили. И не всегда наблюдатели на ледоколах могут вовремя заметить тюленей, и не всегда может остановиться и свернуть ледокол в сторону. Самки тюленей теряют щенят, и нередко гибнут щенки под кораблями, а выживших, но покинутых матерями щенков ждет трудная судьба заморышей, недополучивших материнского молока, а посему отстающих в росте, слабых, подверженных болезням животных. Так проходит зима, когда в неспокойных условиях у тюленей происходят и размножение, и спаривание, и линька. Есть на Каспии целый архипелаг, ряд островов у залива Мангистау, носящий имя Тюленьих. Назвали их так за то, что были они в свое время населены тюленями. Десятки и сотни тысяч животных находились здесь свое прибежище весной и осенью. Весной для того, чтобы продолжить линьку, что не завершили на льду, а осенью для отдыха в период миграции. Это было еще в те времена, когда открывали и описывали Каспий русские первопроходцы в первой половине XVIII века. Но уже в середине XIX века из-за нещадного боя на Тюленьих островах становится все меньше и меньше тюленей. А теперь здесь они большая редкость. Чаще можно найти их скелеты. Самый большой остров на архипелаге – это Кулалы, или в переводе с киргизского – ухо, и на самом деле напоминающий его своей формой. Остров овальной стороной обращен к морю и защищает восточнее него расположенные острова от дующих ветров и бушующих морских волн. А между островами архипелага – мелководье. В самых глубоких местах – не более 1-1,5 метров. В заливах и протоках плавают рыбы. А между островами – царство лебедей, уток, хищных птиц. Много на островах песчаных пляжей, удобных для залежек тюленей. Но почему стоящие на пути миграции тюленей тюленьи острова ими теперь не посещаются? Интенсивное судоходство и рыболовство служат мощными факторами беспокойства, и тюлени ищут более спокойное прибежище. И находят они приют на островах Дурнева, расположенных в заливе Комсомолец, вдали от населенных пунктов и водных путей. Ранее этот залив имел продолжение на восток, переходя в большие заливы Мертвый Култук и Кайдак. Но в результате регрессии, то есть падения уровня моря, эти заливы отшнуровались и пересохли. Прогрессирующая регрессия приводит к тому, что и залив Комсомолец постепенно мелеет и пересыхает.
И если в 2011 году на самом крупном острове Дурнево обнаруживали лежбище, насчитывающее весной до 30 тысяч линяющих тюленей, то теперь остров окружает на много километров мелководье, менее полуметра глубиной. В период сильного восточного ветра, дующего с берега, происходит сгон воды, и большие пространства дна вокруг островов оголяются. Пройти сюда тюленям невозможно. Периодическая смена сгона нагоном воды не спасает положение. Образовавшаяся большая протяженность мелководий служит серьезным препятствием для прохода тюленей. С каждым годом территория для лежбищ становится все меньше и на близлежащих островах. Восточные ветры формируют нередко соляные бури, приносят мелкую соль с пересохших заливов. При затишье соль висит в воздухе в виде плотного тумана, накрывает все вокруг и садится белым налетом на растения и грунт. Тревога витает в воздухе. Лежбища обнаруживаются у северной оконечности залива, у островов, где глубина воды становится больше, до 1,5 метра, и ветер пока не в силах согнать с этого участка воду. Но и здесь условий для весенних лежбищ немного. Подходы к благоприятным отмелям прогрессирующе мелеют. Тростниковые заросли наступают, оставляя все меньше свободного пространства для линяющих тюленей. Осенью же постоянные ветры сибирского антициклона надолго сгоняют воду, и на оголившемся дне залива много следов, рыскающих в поисках пищи волков, да вороны и чайки расклевывают останки оставшихся кое-где мертвых тюленей. А в предустевом пространстве реки Урал есть несколько островов, носящие название зюитвестовые шалыги. Они образовались относительно недавно, около 100 лет назад, в 20-30-х годах прошлого века, и в настоящем перестали быть шалыгами, то есть надводными мелями. Процесс образования островов продолжается и сейчас. В зимнее время торосы тащат грунт мелководья на острова, и площадь островов постепенно из года в год увеличивается, чему способствует и обмеление Каспия. Образуются оголенные песчано-ракушечные пляжи. В сих местах водится невероятное множество тюленей, несмотря на беспорядочные и беспристрастные побоища сих животных. Тайно, но повсеместно производимые. Так описывал промысел во второй половине XIX века русский естествоиспытатель Георгий Сылыч Карелин. И всего несколько десятков лет назад тюлени также залегали на них, как залегали и на расположенном ближе к устью Урала острове Пишном. Ныне этот остров в результате падения уровня моря соединился с материком и образует полуостров. Здесь для тюленей есть огромные песчаные пространства для залегания. Теперь же и побережье полуострова Пишной, и островов в зюитвестовые шалыги пустынны. Зловеще выглядят они, покрытые трупами погибших бакланов. Где-то вдали, среди волн, могут промелькнуть одинокие тюлени. Да и тем опасно подплывать к мелководному побережью.
где во множестве расположены рыбацкие сети и установлены браконьерские крючья для сетровых рыб. В них зачастую и находят свою гибель тюлени. Многочисленные мелкие рыбы на прибрежье достаются чайкам, орланам-белохвостам, другим рыбоядным птицам. В Среднем Каспии, в сотнях километров южнее, располагаются небольшие островки у косы Кендерли. Именно здесь тюлени образуют залежки весной и осенью. Да и летом зачастую они лежат на пляже, пригретые солнцем и ласковым бризом. В отличие от островов северной части Каспийского моря, Кендерлинское лежбище не подвержено сгонно-нагонным явлениям, поскольку расположены они в глубоководной зоне. Так, в западной части островов образован резкий до 5 метров свал глубины, и тюлени при опасности быстро могут покинуть побережье и уйти в воду. А опасности на этом лежбище идут только от человека. Охотники и рыбаки, отдыхающие люди на моторных лодках, часто курсируют в заливе, непременно проходя у лежбища, где лежат тюлени, которые испуганно при этом бросаются в воду. Но этим не ограничивается. Люди выходят на берег, некоторые бросаются на оставшихся тюленей с палками, другие стреляют в животных. А в выставленных рядом с лежбищем сетях тюлени запутываются. И вот лежат они, израненные и обреченные друг возле друга. Замечено, что здоровые особи не бросают больных и запутавшихся в сетях, до последнего сопереживая им. Тюленей на Кендерлинском лежбище становится все меньше и меньше. Несмотря на то, что островные лежбища непостоянны и используются периодически, они имеют важное значение для линьки, отдыха и в период миграции морских зверей. Поэтому создание в местах лежбищ и акватории вокруг особо охраняемых природных территорий важно для сохранения места обитаний популяции тюленя. В наибольшей опасности в настоящее время находится Кендерлинское лежбище. Кроме прямого воздействия, вблизи него идет строительство туристической базы. Планируется даже возведение города Кендерли-Сити. Если не оградить лежбище заповедным режимом строгой охраны, оно исчезнет. В то же время тюлени являются прекрасным объектом для развития экологического туризма при условии соблюдения строгих правил наблюдений. Экологический туризм будет служить альтернативной деятельностью вблизи лежбищ взамен рыболовству и охоте. В этом случае сохранение каспийских тюленей станет экономически целесообразно. С целью снижения и строгой регистрации растущего воздействия на скопление тюленей в виде судоходства, нефтяных операций и рыболовства в открытом морском пространстве должны также действовать особые правила и нормы. В этом фильме не затронута проблема воздействия загрязнения Каспийского моря на организм тюленей. Но печальным
результирующим всех негативных антропогенных факторов является смертность. Массовая смертность происходила в конце 20-го, в начале 21-го века в количестве десятков тысяч особей. Причиной ученые признали вирус собачьей чумки на фоне ослабления иммунитета животных от воздействия токсикантов. И сейчас, периодически в весеннее время, на побережье Каспийского моря обнаруживаются трупы сотен тюленей. Состояние популяции каспийского тюленя в настоящее время таково, что ценность для дальнейшего воспроизводства имеет каждая особь. Вид в 2008 году в Красном списке Международного союза охраны природы получил статус находящегося под угрозой исчезновения. В Азербайджане и Туркменистане он также включен в национальные красные книги. В Иране действует реабилитационный центр, и специалисты ведут работу по восстановлению здоровья больных, раненых зверей с последующим выпуском их в море. Аналогичный центр планируют организовать в России и создан специальный сайт по спасению тюленей. В Казахстане промысел запрещен с 2006 года, и при борьбе с рыбным браконьерством живых тюленей стараются выпутать из сетей и выпустить на свободу. Предложено также создание особо охраняемых природных территорий в местах лежбищ, в составе которых должен быть реабилитационный центр. Но мер этих недостаточно. Для сохранения каспийского тюленя необходимы совместные и согласованные действия прикаспийских государств, закрепленные как на межгосударственном, так и на законодательном уровнях всех стран. Время не ждет. И время играет сейчас против этих доверчивых, умных, любознательных зверей, ставших редкими обитателями Каспийского моря.